Водяные лилии цветут. Вон там он нежно-нежно-нежно розовый. Ремонтируют комбайн. Везде уборка урожая идет. Ой, какая красота. Ну все. Я дождалась. Вот эти маленькие яблочки. О, уже падают. Уже поспели. Можно собирать. Иду с ведром. Так. Каждый раз любуюсь, какие красивые яблоки. Вот эти тоже красивые. Ну надо же. Гнить начинают. Обидно. Разве не красота? Красота. Ну все, хватит любоваться, пойду яблоки собирать. После трудового дня решили сегодня отдохнуть. Искупаться в речке. Это речка или озеро? Речка. Речка. В речке Свете. Ой, здесь такие дубы красивые. Большие. А что здесь было раньше? Ну, знаешь, мой же парк с дружбой. Ага. Усадьба была. И это был парк. Ну, красиво. Видно, что эти дубы такие уже столетние, это точно. И вы посажены так это в ряд. Я такая аллея. Ага, как аллея. Красиво. Какое-то дерево уже спилили. Ну так бей много, много здесь. Я рыжий. Да. Я мокрый. Красивое место. Липы там, ель. А, лапка его. Да, лиственница. Лиственница, да? А, ну ладно, хорошо. О, туалет здесь сделан. Вот там можно переодеться. Посидеть за столиком. Ну, красиво. Красивое место. Я даже вижу, уже водяные лилии распустились. Красота какая. Сейчас посмотрим, какая водичка. Ой, ну очень красивое место для отдыха. Вот для детишек даже песочек сделано. Для велосипедистов место. Вот скамеечка.
остались, чтобы на это посмотрел. Ванечка. Ой, сколько маленьких рыбешек на солнышке греются. Такой, о, уточка испугалась. Полетела. Ага, давай, пробуй. Ну. Нормально. Точно нормально или так себе? А, ну понятно. Ну все понятно. О! Ага, это по-моему, лебеди. Детки. Берны, губи. Nu, paskaties, nu, kas tad tas ir? Nu, tas ir kaut kas cits. Nu, paskaties, gars kakls. Nu, nav, viņi ir pelēki, ne jau šitādi. Nu, ладно, не будем спорить. Я говорю, что это дети лебедей. Ну, ладно. Камыш здесь тоже. Ну, красота. Будем пробовать водичку. Рыбки плавают. Опа! Какие рыбки красивые. Если я но фильм, это что товар, да идти ты. Посмотрим сейчас беседку из дерева. О, какие мощные стол и скамейки. Правда, не очень чистые. Ладно, что сделаешь. Вот там тоже причал. А, здесь на лодках можно кататься. А, ну да, там для рыбалки, а вот вон это лодочка. Вон там примата. Ну да. Ну, красивое место, конечно. Ну, я, конечно, не смогла покупаться. Вода для меня холодная. Но место красивое. Вот местечко для рыбалки, стол для разделывания рыбы, я так понимаю. Если вдруг дождь пойдет, есть где укрыться. Так, вот такой причал. Сейчас я попробую не провалиться. Там, я не знаю, костер, наверное, можно делать, рыбу жарить. Так. Иду. Вау. Ну, классно. Вот для удочки все сделано. Три удочки можно поставить. Вот у нас усадьба. Красиво смотрится. Усадьба, там сейчас школа. Там вот мостик, по-моему. Там тоже, наверное, рыбаки пойдут сейчас. А костер по бедре, да, дикша. Я. А, костер так отыр. Бриллианты, золото. Оказывается, это не мостик. А подвал? Я говорю, может, там что-нибудь осталось?
Ну нет, конечно, не осталось. Столько времени прошло. Столько людей. Вот, я приблизила. Там у нас... О, рыбак уже один ловит. Красота. Посидеть с удочкой.